проспект Лесокурбаса 3А, 14-этажный кирпичный дом 1979 года постройки. В 2001 году проводился капитальный ремонт здания. Двор зеленый, но назвать его ухоженным трудно. В доме один подъезд, вход у него в удовлетворительном состоянии, оборудован домофоном. Рядом детская площадка, одна на несколько домов. Мест для парковки немного. В пешем доступе высшее учебное заведение, станция скоростного трамвая и торговый центр «Квадрат». Рядом детский сад, школа и супермаркет «Фора». Состояние дома в целом удовлетворительное.